Всем привет, ребята, с вами Геймер, это канал Геймич. Мы продолжаем проходить игрушку под названием Пятница 13-го, да? Пятница 13-го это у нас пазл, как говорится, но почему-то мне не кажется, что это пазл. Это скорее какая-то вид сверху, не знаю. Это что-то типа РПГшки. Хотя я на РПГшку тоже не могу. Ладно, не будем задумываться. Так, смотри, у нас вход рубль, выход 2. Скотобойня. Ух, шпара. Это у нас клоунада. Клоунада, играем мы за следующего Джейка. Что это за звук? Нажмите, чтобы снять маску. А так можно было? А ну. Ой, бля, страшненький какой. Такой же, но снял маску по-другому. Ой, это какой-то зомби, кстати. А это на двуликого похоже. Но это инопланетянин, марсианин. Ага, здесь нельзя снять маску, потому что я за него не прошу. Окей. Если Чак Джейсон, добро пожаловать в рай на земле. Выход через магазин сувениров. Играть. Скотобой. Парк развлечений рай на земле закрывается лагерь Хрустальное небо. Здесь копы нас никогда не найдут. Эй, приятель, мне казалось, что это место закрыто. Кажется, они зашли не туда, и не в то время, и не в то место. У него метла! Какие грабли нафиг? Это метла! Выключи свет, полиция не увидит тебя в темноте. Спасибо. А, типа, можно убить вплотную, я понял. Прикольно. Прикольно, можно убить вплотную. Так, погоди, грабли же у меня были, не? Надвое, красавчик. Надвое разделил, красавчик. Так, нельзя, чтобы ушли. Так, тупицы, не заметь тебя в темноте, Джейсон, мой золотой мальчик. Типа намек, что можно теперь встать вот так и вот так. Ага. А я тупанул, да? Да, я тупанул. То есть я одного правильно убил, а второго неправильно. Так, я свет только выключу, правильно, да. Теперь можно обойти. А в смысле? А как обойти-то? Даже если я здесь убью, как мне тогда попасть к ней? Непоняточка, так пойду, непоняточка. Ага. Так это так работает. Понял. Я теперь понял, как это работает. Мне же его напугать надо, не? Не понял, как напугать. Но все равно я прошел. Я не понял, как напугать, но я все равно прошу. Значит, можно было и так пройти. Правильно? Да, доливай, давай, спасибо. Шестнадцатый уровень. Давай, батыки. Электродрель у нас такого не было. И большая книга. Сейчас будем учебой гасить. Всегда. Так, значит, раньше детям здесь было намного лучше. Это место испортили до невозможности. Так, я вообще выключу комбинацию. Да, я вырубил. Куда теперь? Вот так.
Так. Справились, казалось бы мне. А, девку надо было на капкан. Бля. Ладно. А как девку на капкан позвать? Ага, можно вот так обойти, значит. Почему на этого пацана постоянно кат-сцены работает? Я не понимаю, в чем прикол. А я вообще правильно убил? Да, правильно. А чё, ей насрать? Алло. Алло. Я боюсь насрать. Возможно, она сломалась. Вариант. Но это маловероятно. Реально. О, перепуга, она не реагирует. Дети, перед носом надо что-то сделать. Перед носом это вот так. А, и, типа вообще насрать? О. Так, ну это правильно сделал. Чтобы выгнать, у меня не получится никак выгнать, то есть я могу только убить вот так, все. И пойду убью тоже. Правильно? Да. И все. А мне надо капкан. Ой, пробил. Ой, пробил. Ой! И что теперь делать, получается? Так, погоди, у нас вообще оружие другое было, да? Вроде бы было. Так, книга. Книга, а еще что-то было. Книга... Дрель и пила. Книга, дрель и пила. Вот сначала книгой будем учить. Я, наверное, начало. Вот чувствую, на этом уровне, на этой карте, точнее, я буду очень жестко тупить. Судя по всему. Ну, вот ей насрать, вот видишь, не видит она меня. Вот. А, это потому что забор большой, все, я понял, все. Забор большой, он мешает, я понял. Мужика надо позвать. Блин, мужика надо позвать, прикинь. Вот это я тупанул. А, я его испугал. Все, нельзя. Нельзя мужика звать, я его испугал. Ля, прикол. А как мне теперь выйти? Как начало? О, бра-бра-бра-бра. Так, этого мы позвали, правильно, правильно. Чтоб позвать мужика, его надо где-то напугать, да? А где его напугать, так? А его никак так не напугаешь, правильно? Так, может, ее не надо было убивать сейчас? Вариант. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Нет, плохо еще. А, еще можно? А, так это я такой сюда попал сюда, да? Не, возможно, их надо всех расставить по капкану. Слушай, реально, возможно, их надо всех расставить типа по капканам и все. Без проблем. Так, ну блин, ну один капкан я все равно ловлю. Это нелогично. Это ненормально.
Подруга, ку-ку. У тебя кукуха поехала, подруга. Отпинал книгой просто. Мне уже книга надоела. Возьмем дрель. Ну, насмерть забил, подумаешь. Действительно, подумаешь. Ну, что же насрать, да? Да. Все-таки надо, чтобы кто-то словил капкан. Как это сделать? Как это сделать? Давай так, еще 2-3 попытки. Если не получается, я использую подсказку. Не, с подсказкой, давай сразу с подсказкой, чем тебе получить подсказку. А решение, вот тогда уже 2-3 этот раз. Чтобы ты убил этого американского копа, используя медвежий капкан справа. Ты слышишь меня, Джейсон? Справа. Справа. А как справа использовать? То есть надо убить того, чтобы справа. Капканом справа. Я понял. Надо вот так пройти. Вот так пройти. Ха, обманка. Взял, схватил и сейчас дрелью будет бурить. Ну да, в принципе, что батарейки тратить, да? Действительно, зачем батарейки тратить? Вот то так, вот так. И вот так, и готов. А как туда попасть тебе? Бля, прикол. Я прикол, а как туда попасть? А никуда. Ай, бля. А я туда теперь не попаду. А никак не попаду. Правильно, никак не попаду. Все. А все? Ну что ж. Ну, справа я убил капканом справа. А теперь что? Ну, блин, у тебя дрель смотрит через его бошку. Ну, что ты не можешь убить? Ой, боже. Башка его. Дрель его. Одно целое, пойми его. Смотри, если я убиваю справа капканом. Не, в принципе, смотри, я делаю все правильно, по идее, я делаю все правильно. Так, я что-то неправильно сделал. Вот так. То есть, чтобы коп прошел. О! А что ты как пилой обычной наждачкой, блин, порубил? Я неправильно сделал. Слышу. Ну реально, а как к нему попасть потом? Как к нему теперь попасть? Я чуть не вкуриваю, не курю, поэтому не вкуриваю. Ладно, давай, дед, напиши. Давай, покажу. Угу. Так я это делаю, да. Я это сделал, все, я это сделал дальше. А здесь он спилил, блин. Да. А-а-а, понял. Все. Надо было просто круг дать. А я это тупо. Я же говорю, я не вкуриваю, я не курю. Поэтому это все так и работает. Так. А, пропустились. Так. Хорошо. Так. Готово, все. Наконец-то я этот ирокес спрыгнул. Прям вместе с башкой за него. Капец, на один уровень 15 минут убили. Или это не один уровень? Сколько я уже прошу? Три. Ладно, три. Привет. И кошку нельзя трогать, ты понял? Цвет и кошку нельзя трогать.
может сбежать. В смысле животное сбежало? А что нельзя кошки сбивать? Какого перепуга нафиг? А что кошки нельзя сбегать? А что кошки нельзя сбегать? Так, допустим, значит, надо нижнего сначала убить. А как нижнего убить сначала? Не понял. Ну, а тупик. А где я появляюсь вообще? А, я появляюсь в тупике, я понял. Но у меня без вариантов, да? Ну, кошка все видит. Это плохо. Плохо, что кошка все видит. Типа надо спугнуть теперь вот такого типа. Вот так типа спугнули. А, и теперь вот так вот убили. Все. И кошка никуда не уйдет. Как хорошо, что последний не двигается. А то это было бы жопа, реально. Потому что еще бы этот убегал бы. Это было бы. Так, давай еще одну. Не еще одну, а один уровень. С дрелью. И дальше будем с пилой. А некоторых аттракционов просто мурашки по коже. Я никогда не опускала тебя кататься на них, Джейсон. Это слишком опасно. Да, это слишком опасно. Очень-очень-очень опасно, очень-очень-очень опасно, очень-очень-очень опасно, очень-очень-очень опасно. Не знаю, зачем мне капкан, но он мне нужен, капка-капкан. А как? Ля прикол, а как мне теперь с этим? И все. Я что-то не так сделал. Погоди. Как же тебя напугать так-то? А, понял. Я неправильно сделал, погоди. Я неправильно сделал, значит, сначала надо бы напугать, чтобы этот капкан словил. Теперь вот так напугать его. А теперь не понял. А если ее сжечь теперь? Не помогу? Ага, не поможет. Прикинь, не поможет. А, понял. Понял. Это, короче, где-то вот так вот, вот так. Хорошо, теперь надо сжечь ее. Типа напугали. И вот так. Все. Алтов. Вот видишь, казалось бы, тут так сложно, но оно все просто. Реально, говно это ваша дрель. Он ею не сверлит, он ею давит. Вот бензопилой будет сверлить стопудово. Вот я в этом уверен. Вот бензопила, она еще и большая стопудово. Ну, какая-то маленькая все равно, но все же. Но все же, все же. Так, у нас свет можно вырубить, нет? Мне интересно просто, что тут у нас. А, я вижу, где свет вырубается. Ага. Так, я что-то это запутался. Ага, все вижу. О, рубит, рубит. Ты понимаешь, он рубит. Все, зарубили всех и вся. Наконец-то он начал рубить. Так, ну ладно, но здесь он проткнул. Но двоих-то он зарубил. Правильно? Давай еще доливай. Но я пока еще с бензопилой поиграю. У меня наконец-то хоть что-то начало рубить, блин. А то все тыкает и тыкает, тыкает и тыкает. Вот прям как я сейчас. Вот тыкаю, 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 тыкает этот пробел сраный. Огненный топор. Слушай, у меня есть обычный топор. А это огненный. Так, ну давай еще что-то преобразим что-то. У нас же, наверное, есть еще что-то такое, по два. С мечом вроде бы играли. Нету? То есть я уже все потратил. Ну ладно. Так, огненный топор пока подождет. Он подождет пока. А сюда нельзя было. No! No!
А, понял. А где я начало беру? Я беру начало вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Тихо. Тихо, кошара. No! Да, беру, не надо. No! Вот так, no! Вот так. А, коту насрать, я понял. А вот теперь не понял. А чтобы выйти, надо, чтобы кот скинул? А как он скинет? Интересно. А, понял. Так, и чё? Убили. Последний убили. Всё. Смотри, до конца, в принципе, дошёл. Дошёл до конца, то есть плюс-минус как-то понял. Почему коты сейчас у меня на передних лапах стоят? Или я просто не вижу задних? Там что-то не видно задних всё равно. И не покрутиться никак. Так, лады. Назад. Так. Все правильно сделал. Мне надо теперь кота напугать. Вот так. Обратно назад. Вот так. Теперь девку напугать. Теперь мужика напугать. Нет! Что-то не по плану пошло. Слушай, что-то не по плану пошло. Я кого-то не так напугал. А, вижу, все. Все, вижу, понял. Блин, а назад никак. Я так красиво сделал. Ну я так красиво все сделал. No! За что? Ладно. В принципе, можно и повторить. Не так далеко зашел. Типа кот кота напугает, да? Нет! А чё кот кота не напугал? Ведь мне того кота не надо было трогать или чё? Не понял прикола. А как это работает? А как я должен, не трогая кота, напугать его? А, понял. Понятно, всё с вами понятно. Вот так, теперь вот так, теперь вот так. Ну блин, ну да. Разобрался, короче, когда разбираешься, это все понятно. Это все вообще элементарно, Ватсон. Это элементарно, Ватсон. Насколько сильный кот, что он скинул туалет? Вот действительно. А куда ты назад? Тебе осталась уже последняя жертва, а ты сдаешь сзади. Ну не дебил, бля. Во, разрубил. О, вот этого я ждал. Вот этого я долго ждал. Так. Что у нас тут грубливает? А, это этот у нас, да, типа аттракцион страшный, страшилка какая-то, да. Страшилочка. Угу. И все, я не пройду. Возможно, мне могут сказать, типа, не трожь ни одного из котов. Как вариант. Как вариант, могут сказать, не трогать никого из котов. Ее надо в последнюю очередь, правильно? Ее надо в последнюю очередь. Окей. Если ее в последнюю очередь... то как мне тогда с вот это вот зеленое делать? Надо подумать. Напугать ее никак не выйдет. А где я появляюсь?
И я появляюсь. Я появляюсь напротив кота, да? Да. А, все, получается. Напугать, смотри, получается. Напугать. Так зачем я это сделал? Мне ж надо теперь, получается, кота напугать, правильно? Вот так. Да. Теперь убить уже. Да. А к последней жертве я же не попаду, правильно понимаю? Конечно. А, теперь надо вот последнего кота напугать. Чё ты её? Вот так, всё. А теперь все возможно. Finally. Бах! Я все достал. Берем топор. Он когда пилит, когда не пилит. Идите 13. В принципе, по времени нам хватает, слушай. Реально, мы где-то половину прошли, где-то половина времени прошло. На одном уровне получается только тупили, и все. Где у нас тут была огненный топор. Огненный топор. Так смотри, кстати, 15, да? Тут 6, тут 6, 12 и 3. Получается, тебе бы осталось всего 9 штук выбить золотых. Ну а бронзовых с этим тебе, блин, дофига все равно. Ну это если бы ты купил бы этот наборчик, не. Это фигня все. No! Так, это мы напугали эмоции. No! Так, это мы напугали эмоции. Так, это убили молодцы. О, там та бля, так красиво было, только что взорвалось. Ой! И горит. Понял, как прикольно? Тупик? Схуяли тупик. Тупик, прикинь. Я его не видел. Где это тупик? No! Так, лады. Я запутался, как я тогда делал. Как я тогда делал. Ладно, убили. No! А реально, как я тогда это сделал? Не, ну в принципе, я помню, я так и убил ее, но, блин. Что-то не так. Что-то не так тогда, получается, сделал. Давай вот так. Вот так. Вот так. Ага. Ага. Так, теперь надо пацана убить, получается. Вот! Или нет? А как мне это получилось? А как? А как? Прикол, а как? Так пацана, получается, надо загнать с самого начала. Так как я это все делал? Все понял. Все понял, разобрался. Получается так. 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 No! А пацана-то я уже не загоню в угол. Прикинь. Что труднее и труднее это получится. А, во, могу загнать в угол. Бля, дурак, не убивай. Придурок. Угу. Ну так не работает, Все равно, ну не зайду я тогда в угол в этот долбанный. Ну как?
Надо что-то с верхней девкой, вот этой розовой, придумать. Потому что что-то не так происходит. Смотри, наверное, вот так надо, теперь вот так надо, теперь вот так надо, теперь вот так надо, теперь вот так надо, вот так надо. Вот так надо. Вот так надо, вот так надо, вот так надо. Обратно. Не надо обратно. Вот так надо. Вот так надо. Так. Так, 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 и так, 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 и так. Да, бля. Чё там не скажешь? Весь осторожную площадку, огороженную площадку, интересно, загони туда мерзкую жертву и сумеешь убежать. Смысл? Не, я понял, что туда надо загнать площадку, в эту площадку кого-то. Но, блин, ну как сделать? А хорошая вообще подсказка, слушай, реально хорошая. Типа, кто не догадался, да? Действительно, кто бы об этом не догадался? Возможно, есть другой способ, как загнать туда жертву свою. Так, но его, если я убью, то все, это хана. Значит, мне его убивать пока что нельзя. Собака. Собака. Так, смотри, если я вниз сейчас пойду вот так, я его напугал, все. Свернуть никуда не могу. А могу. Могу вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ага, и все. А все. Девку надо еще раз загнать. Так. Допустим. Пацана. Это только после того, как я девку напугаю, прогоню, правильно? Можно пацана будет. Ну, чтоб с пацаном вышло все. Ну не получится так, как я хочу. Ну не получится. Не получится. Получилось. Вот то, что я тебе говорю, не получается. Ну вот, все, загоняю, а дальше никуда. Загоняю, дальше никуда. Ладно, смотрим. Не хочу я долго на этом сидеть. Давай, показывай. Да. Да. А зачем? А, бля, надо было просто еще один круг сделать. Вот опять та же ошибка. Слушай, та же ошибка, я тупо не делаю один круг и все. Типа в конце эту плюс, что надо сделать еще один круг и все. Ой, я. Бывает ошибаются. Бывает, все ошибаются. Не страшно, это решаемо. На! Пробил насквозь. Не, ну это уже да, это уже поэпичнее. Это он огненным топором, в принципе, сделал. Это поэпичнее, реально. Так, 13. Вот прям много. Парк аттракционов так весело, правда, Джейсон? Мой золотой мальчик. Мой золотой мальчик, Джейсон, мой золотой мальчик. Это свет стопудово надо вырубить. А свет мне, может, надо было вырубать? А может, и надо было вырубать? А, это вода! Изя. То есть, можно как-то утопить даже. Но это намек, что надо свет вырубить стопудово.
Надо вырубить свет. А дальше никуда. Кстати, заметь, дальше никуда. Так. Опять надо задуматься, блин. Опять надо задуматься. Стоп, его нельзя убивать так, правильно? Да, его нельзя так убивать. Так и этого ж нельзя так убивать. Значит, надо налево, прямо, направо. Так. Так. А это девка, кстати, была прикольная. И 5 ходов, и я не знаю, как к нему попасть. Интригует. Свет вырубить. Кстати, как вариант, можно было просто свет вырубить на этом моменте. No! А как я вырублю свет? А я его уже не вырублю. No! И опять мне некуда. То есть мне надо как-то вырубить свет, получается. Вот я его спугнул, да? И теперь в этот момент надо вырубить свет. Но как это сделать? Как это сделать? Как? Большой-большой секрет. Большой-большой омлет. Погоди, а если его не пугать? Если его не пугать, получается вот так пройти, вот так. No! Бил. Ага, и только сейчас я свет могу вырубить, да? Интересно. Неприкольно. Бля, понял. Бля, понял. Типа, смотри, я теперь могу убить, да? У меня остается один шаг, а мне надо еще 2 шага. Где-то я 2 шага просрал. Где-то 2 шага просрал, понял? Где-то я 2 шага просрал. Где? Вот тут. Давай вот так, смотри. Оп. Так. Ага. А чё тут не помер? Возможно, в другую сторону надо было побежать. Вариант. Да, давай в другую сторону попробуем. Давай в другую сторону, так. А, не туда. Дурак. Раз, два. А, убьёт! Нельзя так. Место сдвинуться направо, повернуть мне прямо, а потом налево. Мне не вариант. Во! 5 ходов. Как думаешь, хватит? Я думаю, не хватит. Да ладно! Да ладно, 1 ход не хватило. Где я еще 1 ход просрал? Где я еще 1 ход просрал? Понял. Один. Вот так. Теперь налево. Вверх. Не понял. А мне был смысл свет вырубать? Или нет?
Так мне получается, тогда не было смысла свет вырубать. Так, ладно, смотрим. Я типа подхожу к концу, но опять же я туплю. Давай, ладно, подсказку сначала. Чтоб ты погнал всех этих мерзких направо, а потом выключил свет. Ладно, давай. Короче, всех направо, а потом вырубить свет. Всех направо. А теперь вырубаем свет. В чем прикол? Не понял, ну ладно. Ага, понял. Смотри, даже без решения справились. Я, кстати, чуть не промазал. Давай доливай. Восемнадцатый уровень получен. И, в принципе, она, ну, такая игрушка. Время убить можно. Лопата и гаечный ключ. У нас такое было? Вроде бы было. Занавес. 12 из 13, правильно? Так, сейчас посмотрим, что я могу сделать, поменять. Скорее всего, ничего не могу. Так, лопата 2. Гаечный ключ. У меня разве не было такого? Ну ладно. Мне пока огненный топор нравится. А, нельзя его напугать, блин. Точно. Нельзя же его пугать-то. Убил. Так. Хорошо. Пока что все хорошо идет. Так это плохо уже. Но полицейский скажет, что мне правильно надо убивать тоже, да? А раз надо полицейского убить... Он среагирует? Вопрос. Ага, он не среагировал, все, значит, что получилось. Бля, он убежал. И правильно сделал, ладно. А чё у вас один убегает, второй убегает? Чё все сразу убегают? Да идите вы в пень, блин, все убегайте сразу. Чего такие трусы? Подумаешь, мужик с огненным топором подошел. Фаталити! Действительно, подумаешь, мужик с огненным. Не, я опять неправильно что-то сделал. Опять неправильно что-то сделал. Так, вернемся на вот это место. Надо, получается, как-то девку теперь убить. Надо, получается, в этот момент девку убить. Как ее убить? Так, как мне убить девку теперь? Вот эту зеленую девку мне надо как-то убить. Фух, так. Этот убежит, если я пойду к нему. Но в этот момент надо зеленую девку убить. Блин, как ее убить? Как ее убить? Потому что фиолетовый сейчас ирокез, он сбежит. Вот видишь? No! Все, он сбежал. Ага, вот так теперь, вот так убить. Вот прям как Джек, что он делал, а он руку отрубил. И одну, и вторую, и голову, и все. Чё все отрубил?
теперь убиваем вот так. А теперь как? А теперь назад, вот так, вот так, вот так. Наверное. Вот так. Вот так. А теперь я хз. Короче, смотрим. Видишь, вот тут наверху, гони его направо, потом налево, а потом напугай его снова. Направо. Налево. А теперь напугать его снова. А смысл напугать все? Допустим, напугал. И что мне дал? Не понял. Прикол. А, понял. Ну если я так смогу, конечно, сделать. А я вряд ли так смогу сделать. Да, я это не смогу, наверное, сделать. Мне надо как-то повороты сделать, но я не могу. Ладно, все, смотрим. Добрался. Давай, давай, показывай. А то и серию надо заканчивать уже, а мы еще уровень не прошли. Так. То есть я рано убил чувака. По идее, плюс-минус понял. Значит, в первую очередь гоним красного. В первую очередь гоним красного. Убиваем полицейского. Убиваем красного. Бакенбарда. Синего. Как прикольно взрываются, слушай. Так, теперь зеленого. Теперь последний. Розовый. Чикнет. Просто чикнет. Ты шо, это топор четкий, ты чё, не оставляй его у него, у нее его. Свободно, нет, спасибо. Это тут 12 уровень? Ой, бля, долго будем. Задержим серию, задержим. У меня зачем-то телефон был, кстати. Ага, я понял, зачем телефон. А я тебе застрял? Прикол! Ебать, я застрял. Так, смотрим, 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 смотрим. Значит, в первую очередь делаем так. Бля, а теперь кошку ж нельзя, да? Ага. А как кошку спугнуть-то? Как кошку спугнуть? Прикол. Прикол. Прикинь, прикол. Так. На верхний вариант. Потому что я застряну. Значит, можно вот так. Последний остался, но кошка мешает, бля. Нет, трудно. Давай сразу смотреть. Я же говорю просто серию, чтобы не затягивать смысл. А как? Бля, погоди, я запутался. Ага, все понял. Ага.
А как напугать еще раз? Ага. На самом деле, я в этот момент, когда показывал, где что находится, я половину даже больше пропустил, я в окно почему-то посмотрел. Не знаю. Захотелось глянуть, а там дождик идет. Ну ладно. О, Эйнштейн, смотри, Эйнштейн. А статуи Гаргульи такие прелестные, правда, Джейсон? Да, нифига. Ехать тут сильно долго, Донь. Тут трудно, очень трудно. А кошку нельзя пугать, кошку нельзя пугать. Кошку нельзя пугать, я же сказал тебе. Сейчас не надо было убивать, все понял. Сейчас не надо было убивать вот этого типа, надо вот так свет врубить. Теперь. А как его теперь убить? Ха! Прикол. Ладно, давай убьем. А то нельзя же его сейчас убивать, правильно? Так, давай-ка смотри, нижнего я убил, правильно? Нижнего убил, все. Па, дальше. Но так, ну шкаф, наверное, нельзя трогать, да? Скорее всего, да, шкаф нельзя трогать. Если шкаф нельзя трогать, значит мы идем назад. Налево. Вверх. Налево. Вверх. Направо. Свет. Так. Так. Теперь повторяем все действия. Так. Так. Типа, чепушилу я убью, и что дальше? Чувака-то я не убью. Мне шкаф мешает, я застрял. Все, хана. Застряли. Наверное, шкаф не надо было трогать, да? Так, смотри. Убиваем этого, да? Все, убили. Так. Свет. Да ну, бля, свет. Так, 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 так. Так. Хорошо. А дальше как... Кошку тронуть? Есть смысл? Есть смысл. Всё, вспомнил. Понял, вспомнил, вот так. А теперь надо как-то залететь. Это как-то, это как? Вот так. Да ну не бушу. Я справился, все. Без всяких подсказок здесь справился. Опа! Плюс-минус пойдет. Значит, ссылка на плейзвой сани под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.